Begin by with at least starting the next section, beginning in chapter 12, verse 1. Тогда давайте хотя бы начнем следующий раздел, который начинается с 12 главы, первый стих. We've been hearing about the coming of the day of the Lord. А мы с вами уже неоднократно слышали о том, что грядет день Господень. Finally, we come to a wonderful description of the day of the Lord. Мы с вами добрались до великолепного описания этого дня Господня. And some of the last three chapters of Zechariah gives us that wonderful picture. И вот эта картина как раз рисуется нам в определенных некоторых стихах последних трех глав книги пророка Захарии. In the first four verses of chapter 12, первые четыре стиха 12 главы, God is described as the creator. Бог описывается как Творец. He is the creator of the heavens and the earth. Создатель неба и земли. And of mankind. И человечества. Let's listen to the first four verses. Давайте первые четыре стиха послушаем. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю, образовавший дух человека внутри его, и говорит: «Вот я сделаю Иерусалим чашу исступления для всех окрестных народов, а также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотою». The picture here is of nations gathered against Jerusalem to make war against her. Итак, согласно этой картине, соберутся все народы для того, чтобы воевать с Иерусалимом. And whereas chapter 11 said favor and union are broken. И как в 11 главе говорится, жезл благоволения переломлен. Now that we are in the end times. И жезл братства, да, или жезл, который называется узы, тоже переломлен. Now that we're in the end times, that will be reversed, and God will again bless His people. А вот теперь мы добрались до последних дней, и здесь все будет иначе. Здесь Бог благословит свой народ. Even though in this present era God has set aside His people Israel, даже несмотря на то, что в этом настоящем времени Бог отринул свой народ, it won't always be that way. А так будет не всегда. And God will, at this last time, и вот в это последнее время, deal kindly and tenderly with Israel. Бог будет нежно и аккуратно и с большой любовью обращаться со своим народом. While bringing havoc and destruction on Israel's enemies. И одновременно разрушит и истребит врагов Израиля. In verses 5 and 6. 5 и 6 стихи. «И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя, жители Иерусалима, Господи Саваоф и боги их. В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы, справа и слева. И снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме». So it's a prediction for victory for Israel. Это предсказание победы Израиля. And this victory will obviously be the work of God. И эта победа будет совершаться силой Божией, то есть это будет действие Бога. God will overpower Israel's enemies. Бог низвергнет врагов, врагов Израиля. Israel will be unstoppable in battle. Израиль будет непобедим в битве. It reminds us of that verse earlier in chapter 4. В 4 главе есть такой стих, в котором выражена параллельная мысль. Not by might, not by power. Помните, by my spirit. Не силою и не чем-то еще, а силой Духа моего. And, да, шестой стих. Да. Не воинством и не силой, но Духом моим. And Judah and Jerusalem will be delivered in verses 7 through 9. И в стихах 7-9 написано, что и Иуда, и Иерусалим будут избавлены. И спасет спасены. Спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою.
В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. So even the weakest possible warrior in the army of Jerusalem, даже самый слабый в армии Иерусалима, will be a mighty warrior like David. Будет могущественным воином, подобным Давиду. God will empower all the Jews for war. Бог наделит всех евреев силой для того, чтобы они шли в бой. And even more important than that, и что еще более важно, in these last days, в эти последние дни, not only will Jerusalem have military victory, Иерусалим будет одерживать не только военные победы, but there will finally be a true spiritual conversion. Но и состоится истинное духовное обращение народа к Богу. This is what we've been waiting for. Именно этого мы все с нетерпением ожидали. All through the history of the nation, на протяжении всей истории народа. That there would be a national, universal Jewish turn to the Lord. Что будет всеобщее, повсеместное обращение евреев к Богу. So, listen to verses 10 and 11. Поэтому давайте прослушаем стихи 10 и 11. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской». Who is this man in verse? What's that? In verse 11. What does this mean in verse 11 with the mourning? No, Hadadrimon. Here. We don't know who Hadadrimon is. Мы, к сожалению, не знаем, кто это. Мужчина или женщина? Is it a man or a woman? It is probably a combination of two names. Возможно, это имя представляет собой сочетание двух имен. And they may even be a reference to ancient gods of this area. Или, может быть, есть это указание на древних богов того времени. But the reference is to a region near Megiddo, which is, we believe, the site of the Battle of Armageddon. Но главное здесь долина Мегидонская, которая, как представляется, есть Армагеддон, где будет проходить битва, описанная в Откровении. Армагеддон. Комментарий Болотникова слушал, когда вот у меня диск есть, Болотников наш брат. И он про этот плач говорил, мы все это можем совместить с этим, что это плакали люди, там плакали, когда вот Содом и Гоморра разрушался. That was the place where people were crying when Sodom and Gomorrah. И вот как бы, может, Захарик приводит этот плач. Как пример, да? Да, пример. Perhaps. There was great mourning in that place. Но в любом случае здесь проводится мысль о том, что в этом месте стоял большой плач. And so there will be great mourning among the Jews in these last times. А так и среди евреев будет плач и рыдание в это время. And why are they mourning so grievously? И о чем они скорбят, о чем они так рыдают? Что они приняли? Распяли того, кого нужно было принять. They finally see what they've done. Они наконец увидят, что они наделали. Ну да, они спускались с Голгоф и били себя в грудь и рвали. Exactly, they're pierced in the heart. Друг друга. So, mourning for true guilt. Итак, это скорбь, действительно, и сожаление о том, что они сделали, о собственной вине. Признание собственной вины. Good mourning. Можно сказать, что это хорошая скорбь такая. That kind of national mourning is expressed again in verses 12 to 14. Из 12 по 14 стихах мы читаем также о всеобщем плаче и о всеобщем рыдании. «И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо». That is an incredible, beautiful picture of mourning. Невероятная и прекрасная картина плача и скорби. Everybody is pierced to the heart. Все пронзают сердца свои. And the mourning is so individual. И каждый рыдает особо. That even husbands and wives don't mourn together. То есть это настолько как бы рыдание близкое к сердцу каждого человека, что здесь даже подчеркивается, что мужья и жены рыдают особо. Each one deals with God by him or herself. Каждый в сердце своем рыдает.
То есть глубоко личное переживание. А вот сейчас, мне кажется, уже не все колена еврейские сохранились. Ну, по крайней мере, евреи так считают, которыми я общалась, что некоторых колен нету. Вот как тогда все будут колена или каких-то не будет, как вот он считает? Yes, but do you think in the end times there will be representatives of all the tribes or maybe some tribes? Will not be I do believe that in the end times all the tribes will be represented. Мне кажется, что в последнее время все будут представители от всех колен. We may have lost genealogical records, but God knows. Мы, возможно, и потеряли какие-то генеалогические сведения, но Бог-то знает. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. The land, according to the verses that follow, will be purged from sin, especially of false prophets. We are now looking at chapter 13, verses 1 and following. 13 глава, стихи с 1 и далее, рисует нам картину омытия земли от греха и нечистоты. So, verses do you want me to read them? Yeah. And let's see if we can't get through verses 6. В тот день откроется источник дому Давидову, жителям Иерусалима, для омытия греха и нечистоты. И будет тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли. Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему, тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа. И поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать. И будет в тот день устыдятся такие прорицатели, каждое видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власеницы, чтобы обманывать. И каждый скажет, я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего. Ему скажут, от чего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. Did you go all the way through verse 6? Okay, thank you. In the first three verses, в первых трех стихах, we have a picture of false prophets being done away with. Рисуется картина истребления от удаления, а мы как бы истребление лжепророков. This is one of Israel's chronic problems. Это была одна из хронических проблем Израиля. False prophets would always arise. Лжепророки то и дело восставали. But in the time of Messiah, there will be no false prophets. Но во времена Мессии не будет лжепророков. And if someone stands up to prophesy, и если кто-то встанет, чтобы пророчествовать, falsely in the name of the Lord, пророчествовать лживо во имя Господне, then even that person's mother and father will put them to death. То тогда мать и отец этого человека уничтожат его, убьют его. Love for God will supersede love even for the family. И любовь к Богу будет превосходить любовь к членам семьи. And if somebody had previously been in a habit of prophesying falsely, и если кто-то ранее прорицал ложно, then they will do everything they can to hide their former identity. Тогда они сделают все возможное, чтобы забыть то, чем они занимались раньше, и скрыть это от других людей. The people will be so zealous for the Lord, потому что люди будут настолько ревновать о Боге, that they will seek out and put to death anyone who used to prophesy falsely. Что они будут готовы предать смерти любого, кто не только в настоящее время, то есть в их время, пророчествует ложно, но и тех, кто занимался этим раньше. And this is just one picture of the holiness of Israel in the time of the millennium. Вот та самая картина святости Израиля во время тысячелетнего царства. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.